Ого, это же мармеладные глаза! Должно быть очень вкусные. А у Эммы один мармеладный глаз. Ну не расстраивайся, он вкусный. Попробуем. М-м-м. Внутри клубничный гель. Как вкусно. Ай, жалко, что он один. Эмма, у меня в 100 раз больше мармеладных глаз. Ник, как ты можешь себя так вести? О, идея, сейчас я тебя пранкану. Чтоб ты не смеялся над друзьями, Ник. Посмотри, какой фокус. Это мой настоящий глаз, я его съела. Кейт, ты монстр! Я подавился. Эмма, ты лучшая, спасибо. Ну что, давай, ешь свои. У меня 10 мармеладных глаз, это так круто! Они такие вкусные! Ням-ням! Смотрите, как смешно! Угу. Осталось еще немного. Объедение! Я все, теперь очередь Ника. Я готов! Хочу попробовать! Возьму один! Ой, как вкусно! Я завидую Нику. Мне бы столько глазок. Ник, дай мне один глаз, кое-что покажу. Кину его прямо в рот. Опа! О, мимо! Больше так не надо делать. Пока не видит, съем еще. Вот так. Один себе, один ему. Ой, ой, хватит! Хватит кидаться! Ну, давай еще раз попробуем. Мимо. Что, остался всего один мармеладный глаз? Эмма, ты все съела. Ладно, хотя бы этот. Друзья так не поступают. Ну, извини. Вот это да! У Кейт огромная стена из Принглс, а вот у Эммы всего одна чипсинка. Несправедливо. Эмма, тебе снова не повезло. Ну, давай скорее пробуй уже. У меня идея. Чипсинка такая маленькая. Я попробую рассмотреть ее под лупой. О, в лупе чипсинка стала гигантской. Но в реальности все-таки не так здорово. Пробую. Вкусно, но мало. Ник, теперь ты. Точно? Сейчас оценю. У меня целая упаковка. Не открывается. Есть отличный способ, как открыть банку. Это бензопила! Сейчас распилю. Девчонки, смотрите, трюк, которому я недавно научился. Подкидываем банку и ловим все чипсинки ртом. У меня получилось. Супер! Ой, я совсем забыл про банку. Я падаю. Ой, Ник, как обычно. Теперь моя очередь. У меня целых 100 слоев чипсов. Я их обожаю. Попробую. Так, это мне не надо. Ой, больно. Ммм, какой оригинальный вкус. Такого я еще не пробовала. Ну, как вкусно. Девчонки, со мной все хорошо. Немного кружится голова. Ой. А, хочу и это попробовать. Как же вкусно. Супер. Я как будто бы в лучшем сне. Я одна могу съесть все эти 100 слоев чипсов. Эмма, поберегись. По прогнозу, дождь из упаковок Принглс. Да, я к нему готова. Девочки, со мной все в порядке. Ай. Ну все, сейчас я это разрушу. Эй! Эмма, так смешно. Мои чипсики. Вот это да! Сколько пиц! У Кейт в этот раз меньше всех. У Ника 10 слоев. А у Эммы 100 слоев. Ей повезло. Вот это да! Ого, не верю своему счастью! Я начну первый. Оценю на вкус. Но как же мне ее съесть? Одолжу у Ника нож. Можно? Нет, это мое. Ой, Ник сегодня такой жадина. О, конечно, я могу скрутить пиццу в рулет. Тогда ее будет есть удобнее. Ого, как вкусно! И сыр прикольно тянется. Хочу еще. Объеденье. Никогда не видел, чтобы пиццу так ели. Ого, Кейт уже съела целую пиццу. Одна.
Ну что ж, твоя очередь. Хорошо, я буду есть с помощью вилки и ножа. Сейчас отрежу себе кусочек. Не получается. Ужасная идея. Так, мне нужно подумать. О, точно! Моя любимая бензопила! Ты мне понадобишься. Распилю все свои слои на небольшие кусочки. И тогда смогу с легкостью все съесть. Получилось! Теперь берем огромный многослойный кусок и пробуем. О, как вкусно! Объедение! Ого, мы в шоке! Как в тебя столько помещается? О, как же ему вкусно! Обычно столько съедает целая компания людей, но, кажется, Ник справляется сам. Какой молодец! Что ж, ему осталось еще немножко. Кажется, все. Теперь очередь Эммы. Эмма, Ник проживал? Давай начинай ты. Что ж, ножом здесь пользоваться бесполезно. Я лучше буду кусать прямо так. Ой, как это вкусно! Ого, вот это да! Не могу остановиться! Ребята, это великолепно! Ничего себе! У меня такой огромный живот, я объелась! На этот раз вам достались панкейки. Давайте оценим, сколько панкейков вам досталось. Ник, ты лузер, у тебя он один. Не надо смеяться, я аристократ. Важная личность, между прочим. Я умею есть один панкейк красиво. Не то, что вы. Посмотрим. Итак, кленовый сироп. Я его обожаю. Нужно налить на панкейк. Достаточно. Теперь мне понадобится вилка и нож. Вот они. Let's go! Отрезаем небольшой кусочек и пробуем. Это невероятно. Белиссимо. Хочу съесть все. Я в восторге. Как вкусно. Жаль, что у меня один панкейк. Все, кончился. Было вкусно. Ник, не расстраивайся. Лучше посмотри, как я буду уплетать свои панкейки. У меня их целых 10. Как же их съесть? Идея. Я нарисую смайлик на панкейках. И для этого мне пригодится кленовый сироп. Глазки. И улыбочка. Выглядит круто. Конечно. Теперь попробую. Ой, как вкусненько! Панкейки и кленовый сироп – лучшее сочетание. А знаете, я съем всю стопку, как бургер. Ого, крутой способ, Эмма. Ты ешь так аппетитно, что даже мне захотелось. Ну что ж, закончила, теперь очередь Кейт. Кейт, поделишься со мной? Конечно, нет. Вот жадина. Тогда я тебя пранкану. Вместо кленового сиропа получай острый соус. Рот у тебя будет гореть. О, Ник, ты не на шутку обиделся. Кейт, тебя жестоко пранканули. Ой, на твоем месте я бы отказалась от соусов. Налью побольше кленового сиропа, я его обожаю. Панкейки будут еще вкуснее. Пробую. Ребята, у меня все горит! Спасайте! О, нужно ей помочь. Вода тебя остудит. Хорошо, что Ник спас Кейт. Ну что ж, ей стало намного лучше. Вот они и смеются. Шоколадки от мистера Биста. У Ника всего одна. Да, ему не повезло. Такую шоколадку я еще не пробовал. Выглядит вкусно. Что ж, начнем. Одна, как мало. Не смейся. Девчонки, я начинаю пробовать. Ням-ням-ням-ням-ням. Не хуже, чем Милка. Мне нравится. Все. Мой палец! Упс, Ник увлекся. И нечаянно укусил себя. Хватит смеяться. Давай, Кейт. Теперь твоя очередь. Пробуй уже свои шоколадки. Ну, хорошо.
Для начала нужно избавиться от упаковки. Это я могу. Опля! Супер! Теперь приступаю к поеданию. Let's go! Так. Как вкусно, Ник, ты был прав. Шоколадки вкусные. Вы знаете, у меня так много шоколада, что я могу сделать сэндвич из шоколада. И все съесть. Объеденье. Вот это да. Ничего себе. Так много шоколада за раз мне даже в день рождения не разрешают. Это лучший день в моей жизни. Вот так. Ого, ничего себе. Неужели все уместится? Да, я такая. Эмма, теперь ты. Да, удивила ты нас, Кейт. Ну ладно, теперь очередь Эммы. О, 100 слоев. Обожаю шоколад. Поэтому это не испытание. Это мое вознаграждение. Я могу съесть даже годовой запас шоколада за считанные минуты. Вот увидите сейчас. У меня идея. Я сделаю себе шоколадный фонтан. Для этого нужно немного растопить шоколад моей карманной горелкой. Не бойтесь, я направлю только на шоколад. Ого! Шоколадный фонтан работает! Круто! Я могу пить шоколад. Кейт, у меня идея. Давай незаметно выпьем шоколад из фонтана. Это легко сделать. У нас есть трубки. Нереально крутая идея. Это уж точно. Эмма, кажется, твои друзья решили украсть немного шоколада. Ого! Вот это да, шоколад закончился. Кейт и Ник все выпили. Ой, ребята, Эмма вам надолго это запомнит. Коварный пранк. Ребятки, теперь у вас жвачка. Это так вкусно. Что такое, Ник? Почему тарелка пустая? Странно, так не должно быть. Давай немного подождем. Девчонки, а вы пока начинайте. Эмма, давай с тебя начнем. У тебя всего лишь одна жвачка. У Кейт побольше. Давай, начинай. Хорошо, попробую. Ой, как вкусно. Очень вкусно. Кейт, ну давай теперь ты. Правда? Ура, я буду только рада. У меня 10 жвачек, я смогу надуть пузырь из них. Сейчас попробую. Возьму побольше в рот. Угу, столько хватит для пузыря. Надуваю. Какой большой! Я даже смогу на нем улететь. Пока-пока. Так-так, у Ника ничего не появилось. Может, нужно что-то произнести? Где же твои 100 жвачек? Ого! Так резко на тарелке появилось 100 жвачек. Здорово! Теперь я могу их съесть. Открываем и вытаскиваем жвачки. Так, упаковка лишняя. Вот так намного лучше. Отлично, это тоже мне не надо. Ага. Теперь я могу не отвлекаться на открывание жвачек и все съесть. Ай, как вкусно! Девчонки, я сейчас надую вам самый огромный пузырь. Ну давай. Вы такого в жизни не видели. Ну, сейчас, минутку. Вот это да! Ник, пузырь слишком огромный. Девчонки, вы сейчас упадете со стульев. Нереально. Оу, Ник. Ник. Ник, ты куда? Эмма, он сейчас улетит. В открытый космос. Ой, как же его спасти? Кейт, ты это видишь? Да, вижу. Ой, он падает! Девчонки, я летал вместе с птицами. И теперь весь в жвачке. Очень смешно.